2115 году. Добрый вечер. О прогнозе погоды на завтра. На завтра, на 27 октября 2115 года. Завтра в России погода разная. В Москве, в Саратове, в Париже, Милане и Сызрани плюс 18 градусов. В районе Амазонки, в Волго-Вятском районе Бразильской ССР, Чилийском автономном округе и Усть-Буэнос-Айресе плюс 27-29 градусов тепла. В Китае, Бурятии, Корее и других районах Сибири до плюс 25. И, наконец, о погоде за рубежом. В Минске плюс 17. До свидания, берегите себя. Это был прогноз погоды на завтра, 27 октября 2115 года.